Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, моего друга зовут Форд, а если он тут, значит, что мы вместе с вами продолжаем проводить эксперименты в игре под названием Boneworks VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите поддержать Форда и меня, вы можете это сделать с помощью лайков. И знаете, что я заметил? Форд сегодня у нас какой-то грустный, что ли. Посмотрите на его лицо, как будто бы он недавно рыдал. Ты что, плакал, что ли, а? Нюня, дай пятеру, давай по-мужски, по-братски, а? Я тебя как братишка поддерживаю в такой трудный час. Ты, он, вы видите? Он просто убирает руку. Форд, ты чё? Форд, ну пожалуйста, ну давай по-братски. Не, ну вы видите? Форд, ты что делаешь? А пятерку дать братану своему? Ты что, почему не хочешь? Ну дай вот так, давай. Опа, видишь, ничего сложного. Вроде бы нормально. И знаете, он же любитель обычно покривляться там, покорчить рожи, попеть песни, потанцевать. Но сегодня он какой-то совсем уж вялый. Ладно, что если мы попробуем накормить его огурчиком Риком, а? Ну-ка, Форд, покушай. Лаба-даба-лаб-даб. Блин, не залазит ему в рот, а ему нравится этот огурец. Так, Фордыч, дай-ка попробую. Запихать все-таки огурца. Ну, запихай же. Не хочешь. А чё ты? Ладно, мне ты не нравишься. Ты реально, ты не тот Форд, которого я запомнил. Я помню Форда жизнерадостным, веселым малым, который не прочь повеселиться и покататься на тележке. А ты просто, я не знаю, ты просто какой-то странный. Так что прости, Форд. Смотри, я что-то встаю. Он какой-то низкий, а я высокий. Ладно, Форд, прости. Нам с тобой не по пути. Сломалась шея, к тому же. Прости, Фордыч. Давайте вызовем другого нормального Форда, который, ну, удовлетворит все наши потребности. Во-первых, мне нужна пушка, которая позволит вызывать Форда, и под рукой ее нет почему-то. А вот, кстати, и она. Форд, ну давай. Форд что-то не спавнится? Погоди. Фордыч, Фордыч. Гана, NPC, Форд. Готово, Форд. Во, вот это я понимаю, Форд. Как дела, брат? Как дела, брат? Во, улыбаешься. Вот это я понимаю. Вот это правильный настрой. А если мы дадим еще одного Форда тебе? Вау. Hello, Сан, говорит. Но я не Сан, понимаешь? Я Дед. Я батя твой. Хотя, может быть, и сынок. Кто знает. Но, друзья, я вот подумал, что Форды, конечно, ребята крутые. И если они не грустят, то могут развлекаться и сами. Но что, если мы дадим им дополнительное развлечение? В виде... А вы знаете кого? Кто же это будет? NPC... Форд, у нас есть Спринг Трап Агро. Один из аниматроников. Я, честно говоря, в игру не играл, в которой он появлялся, но мне кажется, что это один из самых жутких аниматроников. Он выглядит реально страшно и жутко. Я бы с таким не хотел встретиться. В общем-то, вот он! Здорово, Форды! Вот оно, веселье началось. И он действительно двигается и бьет очень больно. Он просто... Нет, не добивай лежачего. Форд уже лежит. Форд, второй, давай. Я тоже Форд на самом деле. Поэтому давай, ты бьешься за нашу честь. Форд, молодец, вставай. Давай, давай, накажите этого аниматроника. По печени ему давай, по почкам. В живот, в дыхалку. Можешь по лицу ударить. Правда, он состоит из композитных материалов и металла. Стоп, ко мне-то подходить не нужно. Давайте посмотрим. У Форда, блин. Форд, мужики не встают на колени, Форд. Жесть, Форд, ты... Ты разочаровал меня. Не, аниматроник жесткий, он прям вообще не хочет сдаваться. Махает просто как-то безумно своими лапищами. Ладно бы, если бы он целился или попытался Форда съесть, он просто его пытается избить руками. Это очень странно. Форд, просыпайся. А он сейчас споткнется, это план Форда был. Он специально лег, чтобы аниматроник встал на него, споткнулся и разбился. А вы думали, Форд глупец? Форд мал... Ух ты, а меня-то за что? А я-то не Форд, разве? По-моему, я не Форд все-таки. Так, мне нужна пушка. Так, дайте мне пушку. Пушку, пушку! Это не пушка, это обойма всего лишь. На, обойму тебе, Братан, огурчика, огурчика, покушай огурца, на. Жесть, мне нужна пушка, срочно, я сейчас умру. Так. Насколько он вообще бронированный? Насколько его возможно обычным оружием пробить? Жесть, и огурец выпал. Ну дела, огурчик Рик. Ты такое видал когда-нибудь в своей жизни? Честно говоря, я нет. Вы посмотрите на это безобразие. У него внутри металлические органы. Все заржавело. Корпус буквально разложился уже на молекулы и атомы. И он выглядит, ну, страшно. Как будто бы пережил ядерную войну. Стоп, а почему у него во рту еще... Погоди.
Я думал, что... Подождите. Этот аниматроник странный. Друзья, может, вы мне объясните в комментах? Потому что я думал, что аниматроники, ну, они полностью из металла. Ну, из резины, металла, пластика и так далее. А у этого внутри как будто бы чья-то голова. И это прямо страшно. Это прям жутко. Жесть. Очень страшно. Очень страшно, очень непонятно. И почему он на меня сагрился, тоже не знаю. Давайте попробуем сейчас вызвать еще одного и посмотрим, будет ли он как-то, ну, агрессивничать. Три Форда, блин. Грустно. Будет ли он как-то агрессивничать? Вот мне, например, интересно. Если что, можно взять копье себе и как-то его держать на расстоянии, не знаю. Откуда свет? Тут же не было света. Прикольно, не было света, а теперь он есть. Давайте его туда заспавним. Так. Ну, вроде бы он стоит и не видит меня. Дергается чего-то. Ты что дергаешься? Ну-ка, аккуратно. Аккуратненько. Опа! Ха! Разозлился все-таки. Тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Я ж не этот, не какой-то там микрочел, который боится аниматроников. Не, не подойдешь ко мне. А, махай, да. Попробуй ударить меня. Давай, давай. Просто попробуй ударить меня. Какие-то фонари, блин, сверху светят. Страшно. Ладно, я сваливаю. Держим еще больше его. Где он? Свалился? Он что, умер, что ли? Все уже? Того? Аниматронская твоя душа. Похоже, все. Того. У него челюсть шевелится, и во рту действительно... Может быть, это недоеденный человек какой-то? Не знаю, страшно. Так, а если взять нескольких фордов и попытаться именно, ну, устроить сражение? Мы не будем никак помогать. Просто посмотрим, смогут ли форды победить аниматроника. Не знаю, сколько. Двое не смогли, давайте четырех. Увеличим в два раза. В два раза. Вот так. Он не появляется. Появился. Нет, все-таки я же хотел проверить, будет ли он агрессивничать, если я просто... Ну, просто буду существовать. Ой. Форд, форд, форд! Нет, стой! Не трогай его, подожди! Да куда ж ты? Случайно заспавнил форда. Придется... Их обоих успокоить. Вот ты, форд, блин, провалил эксперимент мне. Я понимаю, что ты ради меня старался, но... Я не хотел этого. А чё у меня выбран агро, спринг агро, а появляется форд? Не меня, не меня, с фордом дерись. Так, нам боеприпасы нужны, я не... Да стой, ты куда же? Жесть. Тихо. А тут нету штуки для того, чтобы боеприпасики были. Вот понимаете, о чем я? Так, ладно. Тут нету спам... вон она, спавнительница боеприпасов. Она мне нужна. Прежде чем пойдем дальше, давайте попробуем. Стоп, 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 стоп. Не поднимайся, не опускайся. Что, думаю, этого достаточно будет на время экспериментов. Форд, ты победил? Но проиграл. Так. Придется тебе... Давайте я винтовку буду. А у меня МПшка стояла, лучше винтовку держать за спиной. Так, мы лучше на всякий случай выберем еще раз. Где? NPC-шки. Так. Гоблин Форд, спринг агро, погнали. Вот он стоит. Я просто такой, типа, я иду, все у меня нормально, ничего я не боюсь, не переживаю. Здоров, чел. Я просто аккуратно. Я тут. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ку-ку! Ку-ку! Здрасте! Здравствуйте! Можно спросить? Не буду кулаком его бить. Как пройти в библиотеку? Ай, это не библиотека, твою мать! Это не библиотека! А чё у меня одиночные выстрелы? Я не понял. А чё она одиночными стреляет? Как переключить? На, одиночными стреляет, не очень. Но пригодится, на самом деле. Можно наиболее метко стрелять таким образом. Хорошо, он в любом случае становится агрессивным и по-любому нападает на меня. Попробуем тогда сделать вот что. Четыре форда, друзья, как и договаривались. Надо дать фордам шанс на какую-то победу. И я не буду им помогать, просто если они справятся, они будут молодцами. Если нет, то будут огурцами. Вперед, форды! Задайте ему жару, покажите, где раки зимуют. Окружайте, правильно, четверо на одного.
Да, подло! Ну мы Форды, во-первых. Во-вторых, он же сильнее нас. Посмотрите, просто зажали в угол. Как будто хулиганы отжимают деньги на столовку у него. Он должен внушать страх. А посмотрите на его лицо. Я вижу, как он боится. Он боится Фордов. Форды, руку за спиной не держи. Вот так, отлично. В стойку становись. Закрывайся от ударов. Уходи в сторону. Двигайся постоянно. Чё? Честь отдашь мне? Потому что я отдам тебе честь. Мужики, вы... Ну, впечатляет? Пацаны, впечатляет? Что это такое? Ты чё? Опусти руки. Ты чё? Опусти руку, ты чё? Что это такое? Ты, давай-ка, ну... Что с вами, пацаны? У тебя рука сломана? А ну-ка иди сюда. Что с вами? Что это такое? Почему это происходит? А я просил опустить руки по-нормальному. А. Ну, тоже вариант на самом деле. Не, Форды, вы молодцы. Вот прямо сегодня я горжусь каждым из вас. Не буду измываться над вами, не будем проводить эксперименты. Хотя, знаете, очень хочется кого-то сбросить оттуда. Очень хочется. Очень хочется добраться до ящика и как-то оттуда прямо сбросить Форда по лестнице, например, посмотреть, как ты будешь катиться. Но я не буду. Понимаете, на что я иду ради вас? Не буду, а хочется, но я сказал. Все, вы стоите балдейте, но, друзья, я добавил еще кое-чего в игру. Давайте посмотрим. NPC-шки. Есть у нас Гоблин Форд. Понятия не имею, что это, но давайте посмотрим. Ты кто? Ты мой любимый Форд теперь. Гоблин Форд, он реально Гоблин Форд. Вот это у тебя раздуло лицо, братан. Пчелы покусали, а? Или что это? Или ты как хомяк еду там прячешь? Открой, покажи, что во рту. Как знаете, собака, когда что-то на улице схватила, такой хозяин ей подходит, говорит, а ну-ка выплюнь, а ну выплюнь. Жесть, он странный. Ребят, как вам такой компаньон? Иди-ка сюда. Пошли посмотрим. Посмотри. Знакомьтесь. А чё ты отходишь? Я не понял. А чё это выше-то ниже становлюсь? Я не понимаю. Как это работает? Иди сюда. Знакомьтесь. Ну чё ты постоянно отходите? Знакомьтесь. Дружите теперь, давайте. Смотрят на меня, как на идиота. Ну, ладно, это ваше право. Это ваше право. А мне бы хотелось столкнуть этого Форда с этим. Посмотреть, кто из вас, ну, более сильный, а? Как, вот как вас... Дай-ка руку. А ну-ка, вот так. Сожми в кулак, пацан, пожалуйста. Ой, сожми в кулак. Ну сожми, ну прошу тебя. Он на тебя напал. Ну да ты ж видел? Это он тебя ударил. Он тебя не уважает, давай. Отомсти ему. Давай. Да, не дергайся, пожалуйста. Ну пожалуйста. А? Фордик мой, ну пожалуйста. А? Хорошо? Все. Давай. Блин, свалился. Ладно, давай ты. Этот Форд что-то не особо жалует меня сегодня. Давайте. Вот так. Не отходи. Ой. Это не работает. Я надеялся, что это сработает, но это не работает. Блин, ну план был хороший, правда, друзья? Ну прям реально хороший. Если бы получилось, было бы здорово. А, это свет. Да, я и раньше понимал, что это свет. Короче, два Форда стояли возле стенки. Каждый из Фордов хотел бы что-то сделать. Огурчика. Огурчика поднять получится, не получится огурчика поднять. Так, а что мне интересно, это за мишени и для чего они здесь нужны? Не, ну понятно, что мишени нужны для того, чтобы по ним стрелять. Но что нам это дает? Ну вот, как бы стреляем по мишеням и толку. Да, конечно, не в яблочко, но мишени поражены. А если туда выстрелить... Slow time. А, это постоянное слоумо. 0.25. Постоянное слоумо. Это прикольно. Воу. Фу. Блин, я же обещал их не трогать. Блин, ну вот я не сдержал свое слово. Так, вырубили слоумо, но прикольная функция, что можно постоянное слоумо включать.
Не знаю, как это можно будет использовать. А это 5, 10 и 3 килограмма. Что это? Что это? Я думаю, смотрите, друзья, это сила удара. Потому что, смотрите, 3 килограмма наименьшая. То есть после выстрела табличка сильно отскакивает. Блин, патроны закончились. Здесь меньше, а здесь вообще практически не отскакивает. Не знаю, для чего это нужно, для чего это может понадобиться, но факт остается фактом. Для чего-то это нужно. Так, качели. Че, форды на качелях хотите покататься, а? Ладно, все, давайте, раз мы уже заспавнили гоблина Форда, давайте его столкнем с спринг-трэпом, трапом, а? Прости, братан, ты выходишь из игры сегодня, а ты остаешься, Хотя, прости. Так, давайте заново все сделаем, все, все. А, шо? Ты ни хрена себе, Фордыч, прости дурака, ты че? Это что за пацаны приколы такие? Приколдесы какие-то у вас странные. Офигеть. Это необычные форды. Не, вы видали? Они просто воскресли. Прям из мертвых. Во дела. Вот это нифига себе. Ладно. Давайте. Раз, два гоблина форда. И, разумеется, раз на то пошло, еще одного аниматроника. Кстати, друзья, пишите, какие еще эксперименты можно провести с аниматрониками, с фордами и прочими существами. Погнали, мясо начинается. Мне кажется, что по характеристикам они будут примерно такие же, как и обычные форды, только у них лицо немного другое. В остальном, скорее всего, это будет то же самое. Я понял. В остальном это... Что это, кстати, за... Я нажал рычаг, но ничего не произошло. Понимаю, бывает. Ладно, возьму свое копье. Постою в стороне. Да, они слабее. Ну, не слабее, а такие же. Повалил Форда. Давай, Форд, вставай! Не поворачивайся спиной ко врагу. Классно, я метаю копья, правда? Чё? Ниндзя, кунг-фу! Сила кунг-фу ниндзя. Ниндзя-фу. Ча! Ой. Давай. Я сошел с ума. Посмотрите на его физиономию. Просто ужас. Застывший на глазах. Да что тебе надо? Да подожди. Да тихо. Жесть, да подожди, ну прости. Да чуть-чуть, блин. Давай. Опа! Все. Поверженный враг. Можно на стену вешать этот трофей. Знак победы над ним. Но на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. Что еще можно провернуть? Пишите ваши рекомендации, советы, обязательно попробуем, потестим и еще встретимся. Будьте счастливы, друзья, и будьте добрыми. Покедова.